Всем привет, друзья! С вами снова Валерий, вы на канале Я Американец. Иммиграция в деталях. Продолжим сегодня рассказ о иммиграционном детейне, где я находился ровно 6 месяцев. Сегодня расскажу немножко о быте. Я уже делал ролики в предыдущих видео, но может кто-то не видел. Я просто делаю ретроспективу полностью от нашего прибытия в Соединенные Штаты на границу с Мексикой. Наше прохождение границы я рассказывал в предыдущих роликах. И сейчас расскажу, то есть в прошлом ролике я остановился на том, что я попал в детейн. York County Prison — это одна из самых жестких тюрем. Там около 3000 человек, сидельцев. Из них где-то 1500-2000 это иммиграционный детейн блок. Что такое York County Prison? Городская тюрьма округа Йорк, города Йорк. Она ничем не отличается от обычной тюрьмы. Такой же режим, но даже намного жестче, чем в обычной федеральной тюрьме, как мне рассказывали сидельцы. Много там людей приходят из федеральной тюрьмы, отсидели срок, их готовят к депортации. Ну, такие люди мне рассказывали. В основном это доминиканцы, колумбийцы, которые сидят за торговлю наркотиками, потом их депортируют через иммиграционный блок. Они в основном такие и дерзкие, то есть это те, кого стоит опасаться там. В основном там контингент, конечно, такой, детский сад, но обычные люди, обычные деревенские жители Гватемала, Эквадор. Много кубинцев. Кубинцы очень любят русских. Мы занимались воркаутом вместе. Вот. Процесс прохождения в тюрьме, но именно в этой тюрьме, очень жесткий, потому что судьи склонны к тому, что они валят ваши кейсы все. Если вы один идете, я знаю очень много людей, кто проходил один без адвокатов, грамотные, знают английский, изучают иммиграционные лоу, законы, в библиотеках сидят, сутками проводят там, но безрезультатно. Валят их на судах вообще. И они там борются по 10, по 12, по 18, по 20 месяцев. И безрезультатно. Потому что очень сложно выиграть кейс, свое дело на невыигрышных делах, которые находятся в библиотеках. Они специально там не помещают выигрышные кейсы, чтобы вам не на что было опереться. Вот. Последний был такой кейс, некий Геррера Санчес, мексиканец, который просидел 18 месяцев, у него там было столько чаржей, и он доказал, что он имеет право выйти под залог после 6 месяцев, и на его выигрышном деле стали строить много других людей в свои кейсы, чтобы выйти под залог. Но дело в том, что не всем это возможно сделать. Например, в моем случае нельзя было получить ни бонд, залог, ни пароль. Я подавал и на то, и на то. Ну, какой-то у меня уникальный случай был, потому что меня не взяли интервью полноценного на границе. Мало того, офицеры там на пароле еще столько перлов, мне потом адвокат мой показывал. На суде у меня состоялся суд. 19
февраля. У меня должен был быть суд 6 марта, но мне перенесли его на более ранний срок. На 15 дней назад. Вот, и это повезло мне, потому что у местного судьи не было в календаре свободной даты. Снаружи был shutdown government, который устроил Трамп. И там судьи были свободны, потому что они не работали на как бы внешних слушателей. И один из таких судей, одного из таких судей с Филадельфии назначили мне, у меня был видеокорт. И мне адвокат сказал, что у тебя есть все шансы выйти отсюда. Вот. Так случилось. Мы победили. Суд был 4,5 часа. Был жесткий. Адвокат DHS, это от государства, пытался меня валить разными способами. Вот. Также он пытался... Кстати, в моем кейсе были перлы такие с границы, с нами шли. Там был большой поток бразильцев в этот день. И в моем кейсе офицер написал, что я боюсь возвращаться в Бразилию, так как мне грозит, моей жизни грозит опасность. И таким образом нам, моему адвокату удалось, в общем, сыграть на этом. Всем хорошего дня, пока. Дальше расскажу о том, что со мной случилось на суде.